Поселок Ньючпас основан в 18 веке, в 54 километрах от села Койгородок в месте впадения речки Ньючпас в реку Лоплю. В октябре 1757 года устюжские купцы Иван Курочкин и Александр Юрьинский получили разрешение построить дом на реке Ньючпас и именовать он и завод Ньючпасский. Необходимость строительства Ньючпасского завода была обусловлена недостатком, имевшейся при принадлежавшем Ивану Курочкину Кажемском заводе рудной базы. Новый завод должен был выплавлять чугун и отправлять его в Кажем для дальнейшей переплавки в железо. Для обеспечения чугунолитейного производства и работы мельницы было построено водохранилище. Водохранилище образовано в нижней, приустьевой части речки Ньючпас, которая является притоком реки Лоплю. В первоначальном исполнении водохранилище представляло каскад двух прудов, но со временем дамба верхнего пруда разрушилась и к 2007 году сохранилась только нижняя дамба, которая и держит подпор воды. Водосброс плотины был построен в деревянном исполнении и в настоящее время находится практически в аварийном состоянии. Завод начал работать в 1759 году. Наряду с крепостными русскими рабочими, которые были привезены его хозяевами из Вятской и Великоустюжской провинций, на заводе работали и коми-крестьяне, главным образом из ужгинских деревень. Они рубили древесину, из которых потом выжигали уголь. А также добывали руду, известь и огнеупорную глину. В документах 1784 года говорится: Ньючпасский железный завод с пятью рудными местами, владение заводчиков великоустюжских купцов Ивана Яковлева, сына Курочкина и Александра Федорова, сына Юринского. Положение свое имеет по обе стороны речки Ньючпаса. В нем господской дом и для мастеровых людей построены казармы деревянные. Рабочие трудились в темных и тесных цехах, при невыносимой жаре или на морозе под открытым небом по 12 часов в сутки. За 12 часов напряженного труда они получали по 30-40 копеек. Широко применялся женский и детский труд, который оценивался намного ниже мужского. Рабочие не пользовались платными отпусками. За период временной нетрудоспособности им не платили. О пенсиях и пособиях они не имели понятия. Почти отсутствовало медицинское обслуживание. Лишь несколько раз в год приезжал в поселок фельдшер из поселка Кажем. При заводе имелась церковно-приходская школа. Учителем работал сын священника Флоренский. Но не все дети учились. Получали грамоту дети тех, семьи которых материально были обеспечены лучше. Остальные же зарабатывали себе кусок хлеба. До отмены крепостного права все стороны быта рабочих, включая женитьбу, были в ведении заводской конторы. Наказанием за провинности были розги, плети, отдача в рекруты. В 1860-е годы крепостные получили свободу. С 1865 года по 1870 год
из 1878 года по 1880 год завод закрывался, затем возобновлял деятельность, но производство продукции в конце 19-го – начале 20-го веков снизилось. В 1911 году на Ничпусском заводе работали 50 человек, а в 1913 году – 53 человека. В 1911 году на Ничпусском заводе проходили волнения, завод бастовал. К 1917 году население уменьшилось до 5 дворов и 27 жителей. Завод был национализирован. Существовали серьезные трудности в снабжении продуктами и одеждой. В 1918 году 6 человек умерли от голода. Недостаточная техническая оснащенность, слабость сырьевой базы, удаленность от рынков сбыта и плохие пути сообщения обусловили высокую себестоимость и низкое качество продукции. В 1923 году из-за прорыва плотины, высокой себестоимости чугуна и незначительного количества рабочих Ничпусский завод был остановлен. После постройки в Кажеме думенной печи Ничпусский завод потерял свою значимость и в 1926 году завод был ликвидирован, а рабочим предложили перейти на другие работы. В дальнейшем в поселке было организовано лесозаготовительное производство. И в наши дни поселок обращает на себя внимание своей уникальностью и особым культурным наследием. Здесь исторически обусловлено смешение традиций народов севера и центральной части России. Заселение поселка происходило в 18 веке крестьянами из Вятской, Вологодской губерний и коми-крестьянами из окрестных деревень. Поэтому в Ничпусе свой особенный колорит. Это касается и диалекта, в котором до сих пор присутствуют устаревшие слова как коми языка, так и русского. И традиции в строительстве. В отличие от традиционного жилища коми, которое представляет собой дом с двускатной крышей, где на чердаке был сеновал, в Ничпусе строят дома с четырехскатной крышей, высоким забором и воротами. В традиционном же коми-строительстве забор низкий, назначение его лишь в том, чтобы пасущиеся рядом животные не попали во двор. В северо-восточной части поселка расположен уникальный объект деревянного зодчества – храм в честь святого Прокопия Устюжского. Это один из лучших образцов деревянной культовой архитектуры в республике, построенных в так называемом русском стиле. Церковь несет в своих конструкциях и формах элементы, присущие древнерусскому северному народному зодчеству.
В середине 19 века удаленность от приходского центра побудила жителей поселка ходатайствовать перед епархиальными властями о дозволении строительства собственной церкви и открытии прихода. При условии, что храм будет приписным, разрешение на строительство было получено. В 1852 году при Нючпасском железоделательном заводе был построен деревянный храм в честь святого праведного Прокопия, Устюжского чудотворца. А указом Святейшего Синода от 16 октября 1898 года за номером 5979, открыт самостоятельный приход при Нючпасской Прокопьевской церкви. На начало века количество прихожан составляло 127 душ мужского и 146 душ женского пола. 12 марта 1903 года храм охватил пожар. Неимоверными усилиями жителей удалось спасти церковную утварь, богослужебные книги и большую часть икон, но само здание сохранить не удалось. Несмотря на бедственное положение, Нючпасский завод в то время приходил в упадок, был все же построен новый деревянный храм в честь святого Прокопия Устюжского. Вероятнее всего, новая церковь строилась в годы Первой мировой войны. В северо-восточном углу апсиды сохранилась карандашная надпись об освящении храма в июле 1917 года, и здесь же упомянут строитель церкви, местный мастер перевалов. Сегодня храм находится в крайне плачевном состоянии. Кровля и потолок обрушены полностью. Сруб колокольни сохранился, но лестниц нет. Сохранились главка и крест с колокольни, крест находится на ближайшем кладбище. По всему храму сгнили полы, все пространство завалено остатками пола и крыши. Место царских врат заложено бревнами. В трапезной части обрушена южная стена. Сохранились решетки и рамы окон. Сень над крыльцом сильно перекошена, самого крыльца как такового нет. Если не предпринять срочных мер по консервации, а затем и реставрации храма, то один из уникальнейших памятников деревянного зодчества в Республике Коми будет безвозвратно потерян. Сегодня жизнь в поселке непроста. Закрылся лесопункт. Работу можно найти только в нескольких бюджетных учреждениях или в частных коммерческих структурах. Есть некоторые надежды на разведение прудовой рыбы и развитие данного производства. Но пока население поселка уверенно идет на убыль. Если еще 10 лет назад количество постоянно проживающих жителей превышало 200 человек, то по состоянию на 2020 год оставалось всего 133 человека. Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Подробная информация и использованные материалы размещены на сайтах, указанных в описании к этому видео. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.